такой удивительный парадоксальный факт, что с одной стороны это оплот цивилизации, современного отдыха, современного паркового искусства, а с другой стороны совершенно необъятная территория вот такого леса, который кажется, что он не обжит, что он вообще первозданный. Ну вот сейчас здесь на территории Сокольников мы проводим второй год подряд программу, которая называется «По пути с хаски». Значит, вот, на самом деле хорошее название «По пути с хаски». Хаски – порода ездовых собак. Сюда приехало из Карелии 30 псов. Значит, чудесные голубоглазые собаки. И вся программа профинансирована, организована Департаментом социальной защиты населения Москвы. Я просто вот в восторге по поводу того, что вот в Москве, в правительстве находятся такие люди, которые готовы детям, инвалидам, молодым инвалидам, ребятам из коррекционных детских домов, из ПНИ, психоневрологических интернатов, из коррекционных школ вот предоставить такую великолепную возможность. Они сюда приходят командой 10 человек, они получают вот этих вот собак хаски, они здесь вот осуществляют целую образовательную реабилитационную программу, которая, значит, длится 4 часа. Они здесь обедают, вот в роскошной палатке, наверное, вы ее снимете. И потом вот в этом месте, где мы сейчас находимся, финиш вот этой 4-часовой программы, когда ребята, эта команда 10 человек, они вот здесь вот встают, и на фоне Северного полюса, а это вот в самом деле Северный полюс, вот это вот российский флаг на Северном полюсе, который был поднят несколько лет тому назад нашей российской молодежной экспедиции, значит, фотографируются и тут же, буквально, получают на память в красивой рамке фотографии вот этой вот своей команды. То есть, понимаете, вот все, что здесь происходит, это не оздоровление, а это совершенно колоссальная психосоциальная реабилитация ребят. Потому что, возвращаясь отсюда, они не просто рады, не просто в восторге, а они на самом деле чувствуют себя совершенно по-другому, они становятся другими людьми. Вот в этом я глубоко убежден. Поэтому хочу еще раз сказать большое спасибо департаменту соцзащиты, образования, департаменту культуры, потому что парк Сокольники – это департамент культуры, руководство парка Сокольники, но и организаторам, которые все это делают. А ребята приехали все-таки вместе с собаками, наши инструктора из лагеря «Большое приключение».